Здорово, народ. Извините за столь долгое отсутствие. Просто у меня не было настроения и идей для ролика. В этом видео я расскажу и покажу, какой у меня ПК и мой сетап собственно. Спасибо за предоставленную идею и Валдену. Скриншот этого чувака вы видите на экране. Ну, а мы начинаем. Начнем с моего ПК, а именно с его характеристик. Небольшое предисловие, я собираюсь апгрейдить мой компьютер, из-за чего вы узнаете далее. Начнем с главной части любого ПК. На данный момент у меня в компьютере стоит процессор Intel Pentium G3258 в разгоне до 3,8 ГГц. Материнская плата у меня от фирмы Gigabyte, а именно H81MS2H. Оперативная память у меня от компании Corsair, серия Vengeance по 4 ГБ каждая из плашек, а их у меня 2. И работают они в двухканальном режиме. Главный компонент, без которого ничего работать точно не будет, это блок питания. У меня блок питания от компании DEXP, или же DNS, DTS-500. Несложно догадаться, насколько он ватт. И самая последняя, но немаловажная часть моего кибермонстра, это видеокарта. В разгоне. Стоит у меня R9 270. Что ж, с характеристиками моего компьютера мы закончили. Теперь настал черед мониторов, клавиатуры, мышки, коврика для нее, наушников и микрофона. Начнем с основного монитора. ViewSonic VA1916W со стоковым разрешением 900p, иначе говоря 1440x900. Но из-за доступной функции виртуальное сверхвысокое разрешение у меня стоит 1920x1200p. Второй монитор от MultiSync, а именно LCD175VXM+, со стоковым разрешением 1280x1024, то есть соотношение сторон 4 к 3. Клавиатура у меня от Logitech, а именно EX110. Она беспроводная и не имеет блокировки нажатия клавиш, что означает, что я могу нажимать все клавиши одновременно. А мышь у меня X7, серия F5. Коврик у меня с Али, небольшой. Те, кто давно на моем канале, помнят тот видеоролик, где я распаковывал этот коврик. В принципе, сейчас вы можете увидеть его на экране. Наушники у меня от Defender. Если честно, я хз, что за модель. А микрофон у меня с AliExpress, BM800. Многие видели тот видос, и в принципе сейчас он доступен. Но вы видите на экране, как он выглядит, и он вот с такой вот поролоном на нем. Так, ну еще тут небольшая сводочка насчет программ, которыми я пользуюсь. Для записи видео я использую либо Action, либо Relive. Это как ShadowPlay у NVIDIA. А монтаж происходит в Sony Vegas Pro 14 и 13 и Adobe Premiere Pro, плюс Photoshop CS6. Вроде бы все рассказал. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. И если вам хочется видеть больше видеороликов на моем канале, то в принципе вы можете в комментариях написать темы для видео, и скорее всего я сделаю видеоролик по именно вашей идее. Так что всем пока!